Всем привет! С вами канал Артмания. И готовлю соус сметанный. Сметанка у нас и молотый чеснок. Мы с вами когда-то давно готовили его. Берем сметанку. Кладем. Две ложечки. И берем сам молотый чеснок здесь у нас. И все это перемешиваем. Желание можно добавить еще чесночка или наоборот сметаны, если получится слишком острое. Вот, даем настояться и готовлю я их вот для такой корочкой, это оставшиеся попки от пиццы. Их люблю есть именно с таким вот соусом. Получилась такая вот вкусняшка. Маленькие такие штучечки. Мы сюда макаем в соус. Чесночный соус получился у вас. Сметана и чеснок. И гораздо дешевле. И вкуснее. Соль, я уже заел. Готовьте вместе с нами. С вами был канал Артмания. Красиво. Красиво. К2 теперь. К3 это. Она просто одевается и закручивается. Ну да, да. Представляете, там в пазы должны попасть вот эти вот так раз, а потом что-то. Их не вскроешь никак, да? Это лавочка, ты Только если разрезать. А, хотя вот это, наверное, может крышечка. Мне кажется, снимается. Вот это вот она должна сниматься. Там же интересно, снимается. Что там, какая кака. Попробуй открутить. Ну, это тебе надо сейчас открутить. Вот там вот так вот попробовать. Интересно, мне кажется, там все зеленое. Там Маша писал. Все, новенький. А если ниже там со спиночек там? Такие звуки страшные. Такие звуки там. Так должно быть. Ну, воздух же оттуда выходит. А, оттуда воздух. Ну-ка, приблизись. Вода есть. Все, вода есть. Теперь отсюда. Сейчас Ой, там мусор всякий выходит. Ты что, подпрыгнул? Брызнул на меня. Вот минуты 2-3 надо, чтобы вскрывать она. Ага. Может, на сколько меньше сделать.